Прошла очередная встреча с жителями в формате выездной администрации. Люберчане задавали вопросы руководству муниципалитета, представителям управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, а также сотрудникам правоохранительных органов. С какими проблемами обратились жители, расскажем в сюжете. Встречи с жителями – это всегда важно. Поднимаются вопросы, которые наиболее волнуют люберчан. Формат выездной администрации помогает ускорить процесс решения проблем и взять под контроль новые задачи. Дети ходят вдоль строительного забора по кусочку земли шириной 1 метр. То есть без должного освещения асфальт уложили на этом кусочке только на прошлой неделе. То есть все это время даже асфальта там не было. Тротуар готов, он находится уже за строительным забором. И просто сейчас проблема в том, чтобы этот забор сдвинуть. Не остаются равнодушными и к облагораживанию территории. С наступлением зимы Содружество активных жителей городского округа Люберцы планирует проводить соревнования по хоккею. И представители пришли с просьбой о содействии в подготовке площадок для турниров. Сейчас мы пришли для того, чтобы у нас, поскольку зимний период, и мы организуем турниры дворовых команд по хоккею, готовим сейчас команды, и мы вот подготавливаем инфраструктуру хоккейных площадок для того, чтобы проводить вот такие вот мероприятия. На встрече все обращения были приняты в работу. Назначили ответственных по проверке результатов. Информацию о следующих встречах можно узнать на официальном сайте и в соцсетях администрации городского округа. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.